Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлива. «Салютстрой» получил разрешение на строительство дома в Нововятске. По данным агентства «Роснет.ру», городская администрация выдала разрешение на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями административного назначения на улице Гагарина. Это будет кирпичное здание высотой 10 этажей. Строительство ведется в один этап. Его начали еще в третьем квартале прошлого года. Сдать дом планируют в конце этого. Дайджест недвижимости. В Кирове построят еще один дом для детей-сирот. 28 октября контракт на выполнение строительно-монтажных работ был заключен с главным строительным управлением номер 1, говорится в сообщении городской администрации. Строительство четвертого дома для детей-сирот начнется в ближайшее время на улице Ленина, 8Б, также в Нововятске. Это будет трехэтажное здание на 36 квартир с эффективным утеплением наружных стен. Все работы, общая стоимость которых составит более 32 миллионов рублей, планируется завершить летом следующего года. Дайджест недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в сентябре составила 44 311 рублей. Такие данные по итогам анализа предложения 24 застройщиков города приводит информационное агентство «Роснет.ру». При этом минимальная цена предложения составила 25 тысяч рублей за квадрат, максимальная – 60. Рост среднего показателя относительно августа составил 0,35%. С начала же этого года цены на первичном рынке выросли более чем на 5%. Компания «Строй Киров» предлагает экоблоки из пенобетона. Этот материал называют одним из наиболее экологичных и экономичных. Он помогает сохранить благоприятный климат в жилище круглый год благодаря устойчивости к проникновению воды. Он также огнестойк и долговечен. Сейчас при покупке экоблоков в компании «Строй Киров» возможно оставить их на хранение до весны по цене этого года. Телефон для заказа 49-64-90. 49-64-90. В скором времени подробную информацию можно будет найти на сайте ecoblock43.ru. На этом все. В студии работала Дарья Топузлива. Дайджест недвижимости.